Дорогие инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital, меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 120-й выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями была наполнена прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Краудинвестинг – слово, хорошо знакомое инвесторам Skyway. На портале myfin.by вышла интереснейшая статья, рассказывающая об изнанке струнного транспорта. Узнаем, что на данный момент представляет из себя Skyway и его финансирование. В сицилийском городе Мадика состоялась конференция по экологическим вопросам. В ней приняли участие эксперты, руководители и технические специалисты в сфере экологии, которые отметили, что Skyway наиболее подходит для решения транспортных и экологических проблем по всему миру. Генеральный конструктор и автор Skyway Анатолий Юницкий дал обширное интервью, в котором рассказал о не самых часто упоминаемых аспектах Skyway. Также он показал видение развития проекта не только с позиции генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии», но и как успешный предприниматель. Пришла пора испытания элементов технологии Skyway путем воспроизведения в лабораторных условиях внешних воздействий. С этой целью в компании создан испытательный центр, в котором будет определяться наработка до достижения различными элементами конструкции предельного состояния. А теперь остановимся на этих событиях более подробно. Все инвесторы и партнеры Skyway отлично знают, что такое краудинвестинг. У этого альтернативного финансового инструмента есть множество пока еще не всем очевидных преимуществ. Об этих преимуществах, а также развитии криптовалют, альтернативных площадок для финансирования и децентрализации экономики в последнее время говорят много и громко. Интерес к теме проявляет и государство. Как за рубежом, так и в России и Беларуси законодатели ищут подходы к регулированию целого нового неизведанного направления. О том, зачем Skyway нужен краудинвестинг и почему это финансовый инструмент будущего, вы можете прочитать в статье белорусского финансового портала myfin.by, которая уже есть на нашем сайте. Совсем недавно в сицилийском городе Модика состоялась конференция по экологическим вопросам, которой был посвящен специальный выпуск тележурнала 74-го канала «Экология. Не только теория. Будущее за углом». Как перейти от теории к практике, каково значение этой научной практической конференции и какие перспективы она открыла, рассуждали все участники конференции. Упор был сделан на развитие за счет увеличения финансовых поступлений от туризма через внедрение высокоскоростного экологически чистого транспорта. Эксперты высоко оценили технологию Skyway, поставив ее выше всех существующих видов транспорта в своей стране. В общем, итальянцы уже поняли, что пословица «все дороги ведут в Рим» сегодня звучит уже как «все дороги ведут в Марину горку». Skyway – это не только скорость, экологичность, безопасность, доступность, но также и комфорт, о котором Анатолий Юницкий рассказывает в своем интервью так подробно, как никогда раньше. Skyway – это разумный подход во всем. В струнном транспорте во главе угла необходимое и достаточное, ибо излишества привели нашу цивилизацию к той черте, у которой мы все сейчас находимся. Смотрите полное интервью с Анатолием Юницким на нашем сайте. Для вас припасен небольшой приятный сюрприз, который увидят даже не самые внимательные. Позади остались этапы развития проекта, когда нужно было убеждать скептиков в его осуществимости, экологичности, экономической привлекательности и даже научности. Пришла пора испытания элементов технологии Skyway путем воспроизведения в лабораторных условиях внешних воздействий, включая циклические нагрузки и функционирование элементов его конструкции. С этой целью в компании создан испытательный центр, в котором, помимо прочего, будет определяться наработка до достижения различными элементами конструкции предельного состояния, при котором их дальнейшая эксплуатация небезопасна или нецелесообразна из-за снижения эффективности. Предлагаем вашему вниманию на нашем сайте видеоинтервью с начальником конструкторского бюро системы управления оснастки и испытательного оборудования ЗАО «Струнные технологии» Денисом Курьяном, который подробно расскажет о начале работы центра. Это были все главные новости на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналов, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи в следующих выпусках.